Уютные группы, развивающие кружки, оборудованные игровые комнаты. Новый детский сад в Кутузовском отвечает всем требованиям дошкольного развития малышей. Учреждение рассчитано на 200 ребят. Здесь постарались обеспечить комфорт детям разных возрастов. Детский сад полностью укомплектован. Абсолютно. На первом этаже располагаются ясельные группы. В каждой группе предусмотрено свой комплект посуды. Стоит посудомоечная машина. На втором и третьем этаже располагаются группы для детей уже постарше. Детский сад в Кутузовском оснащен всем необходимым оборудованием. От коммуникаций до компьютеров и прочей цифровой техники. Все приборы, которые используются непосредственно и при строительстве, и сейчас в этом детском саду, они полностью отечественного производства, что радует, потому что в рамках импортозамещения есть возможность полностью укомплектовать детский сад отечественной техникой. Перед вводом в эксплуатацию сад проверила комиссия специалистов. По их мнению, новое дошкольное учреждение можно считать одним из лучших в городском округе. Технический садик готов к приему детей. Остались косметические работы. Их завершат в ближайшее время. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.